На днях в районе оккупированной Ясиноватой зафиксировали вражеские гиацинты. Это артиллерия калибра 152 мм. Кроме того, украинским специалистам удалось извлечь информацию с российского беспилотника «Орлан-10», который сбили на прошлой неделе над Авдеевкой. На этих фото в районе Ясиноватой российская станция «Житель». Она работает в комплексе радиоэлектронной борьбы «Диабазол». Система создает помехи и глушит сигналы в радиусе до 30 километров. Такого комплекса в Украине нет, а на вооружение российской армии станция «Житель» поступила менее 10 лет назад. Я ехал, колонны идут. В Ростовскую область, почти граница с Украиной. Смачно. Башни новые уже стоят, блядь.